Вот сегодня в строительной отрасли около 30% незаполненных мест вакансий. Считаю, что у нас в Томской области вообще нет сегодня безработицы. Но люди, о которых вы говорите, они приходят, им нужна отметка, значит, и они идут к вам, фонд занятости, и, безусловно, получают пособие по безработице. Как вы считаете, может быть, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было, и, ну, может быть... Ну, коллеги, ну почему вы смеетесь, если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков? Не хватает. Особенно зимой, когда идет прогрев бетона. Ну, я вам скажу, у меня сегодня инженерно-технический состав практически вот ходит, соединяет эти провода энергетики и дежурит, чтобы прогреть бетон. Зимой особенно. А у нас зимы-то, простите, 6 месяцев. А людей, масса людей, которые просто не хотят работать и пользуются вот государственной поддержкой, но они просто, ну, значит, извините, ну, тунеядцы, они, извините, черви на нашем теле. Ну, вот, может, я плохо сказала, извините, но таких людей очень ведь много. И то, что вы говорите о тех мерах, которые вы сегодня предлагаете, они сразу не дадут результата, и не будет его, еще-то надо долго-долго людей воспитывать. Поэтому, ну, давайте как-то кардинально принимать какие-то меры. Ну, не хватает людей, завтра их еще больше не будет хватать, при том, что много-много вакансий. Спасибо. Извините за эмоциональное выступление, но это крик души.